Всем добрейшего времени суток. Сегодня будем знакомиться с ресурсом Linkshrink, ресурс, который дает возможность генерировать ссылки. Подобные ресурсы у меня уже присутствуют на канале. Это PPV и Shorty. Ресурсы точно так же берут, сокращают ссылочки, вшивают туда рекламу. Пользователи в интернете переходят по этой ссылочке, просматривают рекламу, попадают на тот ресурс, который вы зашили в этой ссылочке, и уже просматривает тот контент, который был зашит в этой ссылочке. Вы же получаете деньги с просмотренной ими рекламы. То есть каждый переход – это просмотренная реклама, а следовательно, ваш заработок. Конечно же, каждый просмотр здесь незначительные деньги, потому что в основном этот проект построен для того, чтобы зарабатывать самому. Но, тем не менее, вы как бы взяли, распространили эти ссылки, в которых уже присутствует какой-то объем рекламы. И таким образом монетизируйте свои ссылки, эти самые переходы на тот ресурс, который вы заложили. То есть это может быть ваша реферальная ссылка на какой-то из рабочих проектов, на котором вы зарабатываете деньги и приглашаете рефералов. И человек, который перейдет по этой ссылочке, уже сокращенной при помощи ресурса Linkshrink, он посмотрит рекламу, принесет вам в копилочку деньги. И еще, если проект, на который вы берете, ссылаетесь, его устроит, он еще и станет вашим рефералом. Достаточно удобно для тех, кто зарабатывает в интернете. Это какой-то положительный бонус. Так, теперь о нехорошем сразу же в начале скажу. Так как у меня установлен ресурс вот, где показывается репутация данного проекта Linkshrink, тут написано, что ресурс с плохой репутацией. Его тут заминусовали жестко. Сразу же, когда на него переходишь, появляется баннер, всплывающий о том, что ресурс шарлатан, обманщик. Но, видите, заминусовали его реклама, всплывающие окна. Ну, в принципе, этот ресурс и создан для того, чтобы брать и монетизировать ссылки. Следовательно, конечно же, будут просмотры рекламы, появляться дополнительные всплывающие окна, которые многих раздражают, возможно, из-за этого и заминусовали. Так как я еще отсюда ничего не выводил, это, как бы, можно сказать, что мое знакомство с этим проектом, я не скажу, насколько это правда, насколько этот ресурс лохотрон, потому что в первую очередь, скорее всего, его заминусовали по той простой причине, что здесь появляются всплывающие окна. Логично, потому что ресурс сам по себе, он для этого и создан, чтобы зарабатывать на рекламе, на всплывающих этих самых окнах, которые многие могут посчитать как вирус и, соответственно, взять и заминусовать, взять его немножко, обвинить в мошенничестве. Давайте посмотрим, из чего состоит ресурс. Но самое главное, давайте пройдем, посмотрим, как выглядит регистрация. Нажимаем кнопочку Sign Up. Видим, здесь надо вбить email, повторить свой email, пароль и повторить пароль. Также согласиться, не забыть, согласиться всеми условиями проекта и нажать Sign Up. Не забываем проверять почту, потому что на почту будет выслано письмо с ссылкой для активации, для того, чтобы полностью авторизироваться уже на проекте. Вы переходите по этой ссылочке, вбиваете свой уже логин и пароль, и таким образом входите в сам проект. Авторизировавшись, вы попадаете в свой личный кабинет статистики, где показывается статистика по вашим переходам, то есть в данном случае количество переходов по вашим ссылкам, сколько было просмотров рекламы и сколько вы заработали. Вся панель для управления находится в верхней части экрана. Здесь можете вы выйти со своего аккаунта, посмотреть аккаунт. Это заработок ваш, то же самое, вся статистика по вам. Тут есть детали аккаунта, видите, такой человечек. Тут вы можете забить полностью ваше имя, фамилия, адрес, город, почтовый индекс и так далее, даже телефонный номер. Если вам это интересно, вы можете это все повбивать, нажать, после этого нажать кнопку Update. Да, ресурс на английском языке, но, как вы видите, у меня часто всплывает сверху окошко для перевода. Это встроенный переводчик. Кому будет интересно, ссылочку на него я оставлю. Браузер, это расширение вшивается, и потом вам без проблем можно работать на разного рода иностранных сайтах, которые переводятся при помощи этого переводчика уже на удобный для вас язык.
Возможно, это получается коряво, но вы, я думаю, после того, как он переведет, в любом случае сможете сложить нормальные предложения и понять, что от вас хочет этот ресурс. Также давайте посмотрим Payment Details. Это детали выплат, как вы будете выводить деньги, на что выводить будете. Тут есть две системы, с которыми работает проект. Это PayPal и Payza. Тоже достаточно все понятно, ничего сложного. Как только вы насобираете нужное количество денег, вы сможете вывести или на PayPal, или на Payza. В этой вкладочке, которая называется Payment Details, вы сможете указать удобную для вас систему. Так, паспорт, Edit Password, вкладку я показывать не буду, там просто можно будет изменить паспорт, тот, который вы изначально взяли, указали, если он вам не нравится, вы можете его поменять. В принципе, тут все простенько, давайте посмотрим дальше My Links. Здесь будут все ваши ссылки, которые вы за все время накопили, то есть все ваши ссылки, которые вы брали при помощи этого ресурса, сокращали, они здесь будут отображаться здоровенным списком, вы тогда можете быстренько найти нужную вам ссылочку и взять ее, размножить вновь. Для того, чтобы повторно не вбивать по 300 раз одну и ту же ссылку, чтобы она у вас тут не пачкала вашу полностью статистику, чтобы вы не дублировали их по 300 раз, а взяли нужную ссылочку, нашли, опять ее скопировали и вставили там, где вам надо, где вы ее хотите прикрепить. Зайдем в Tools. Тут есть разного рода возможности настраивать эти ссылки, но это уже более углубленно, видите, есть даже скрипт для веб-сайта, у кого есть сайт-блог, вы можете здесь создать свой скрипт, при помощи которого также сможете брать и привлекать пользователей интернет, они будут переходить, и вы таким образом при помощи этих виджетов сможете зарабатывать деньги. Вот видите, такой вот баннер всплывает для того, чтобы переводить, переводчик встроенный от Google, браузерный. Ну, ссылочку, как я и говорил, я оставлю. И под видео она будет, и на экранчике будет светиться. Referrals. Также здесь проект LinkShrink есть реферальная программа со всеми вытекающими. Да, привлекая сюда партнеров в этот проект, бонус вы будете от их заработка получать 20%. Вот реферальная ссылочка, у вас будет своя. То есть проект дает возможность, помимо ссылок сокращенных и переходов по ним пользователями интернета, зарабатывать. Также дает возможность зарабатывать еще и на рефералах, которые также будут работать в проекте LinkShrink. Все просто. Также есть таблица, где указываются мои рефералы. Пока рефералов у меня нет, поэтому она пустая. Тоже достаточно элементарно все построено. И самое главное, что интуитивно, все доступно, понятно. Смотрим статистику. То, что мы видели в самом начале, это так называемый график по переходам, по просмотрам и выплата. Для того, чтобы произвести выплату, нам надо ввести полностью свое имя, фамилию, адрес, город, почтовый индекс, телефон и так далее. Все это вы можете вбить во вкладке «Аккаунт», «Аккаунт детали». Вот в этот силуэтик заходите. И здесь это все вбиваете, потому что если вы накопите нужное количество во вкладке Withdraw, видите, что если это не вбито, вы не сможете произвести выплату. И как указано здесь, минимальный вывод с этого проекта $5. По достижению минимального порога в 5 баксов вы сможете вывести отсюда эти деньги. И в течение 4 дней, как здесь указано, вы получите эти деньги на ресурс, который вы выбрали. Это будет или PayPal, или Payza. Итак, давайте пройдем, посмотрим, вот так выглядит, в принципе, место, где вы можете ваши ссылочки переделывать. Давайте я сейчас вставлю ссылочку и посмотрим, как она будет выглядеть после этого. После того, как я ее сокращу, я также попробую под ней перейти. И посмотрим, как будет выглядеть вот эти вот всплывающие окна. Да, они, конечно, вызывают какой-то дискомфорт, но тем не менее. Люди, которые хотят попасть на ваш ресурс, который зашит в этой ссылке будет, они в любом случае перейдут, потому что главная задача — заинтересовать пользователя. И после того, как вы его заинтересуете, ему будет по барабану, какие окна будут всплывать. Он их просто поотбивает, позакрывает и перейдет на нужный для него ресурс. Конечно, есть люди, которые, видя эти окна, начинают паниковать и закрывают и оригинальную ссылку, на которую уже, которая как бы зашита будет в этой сокращенной ссылке. И как бы может потеряете часть
пользователи. То есть об этом тоже не стоит забывать, потому что такие ссылочки все-таки иногда берут и отталкивают потенциальных клиентов. Часть какой-то процент. Но опять же таки, если вы уже начали работать с подобными генераторами ссылок, которые вшивают туда свою рекламу, то я думаю, вы уже хорошо подумали и приняли какое-то решение. Давайте я возьму ссылочку. Вот она достаточно длинненькая. Зайдем на проект InShrink. Ставим эту большую ссылочку и нажмем Shrink для того, чтобы сократить. Ссылочка достаточно коротенькая получилась. Берем ее, копируем и вставляем в адресную строку для того, чтобы осуществить переход. Видите, начался таймер. Он всего лишь 5-секундный. Появляется реклама, которую мы просматриваем. Нажимаем после этого Continue. Нас перебрасывает еще на одну рекламу. Видите, вот это как раз таки о том, о чем я говорил, что людей незащищенных, которые могут после этого начать паниковать и нервничать, они, конечно же, дальше уже могут не пойти, плюнуть на это и позакрывать полностью все появившиеся окна. Но для этого нам достаточно всего лишь. Для тех, кто с более устойчивой психикой, он просто возьмет, закроет эту рекламу, одну, вторую. Вот, кстати, тот баннер, который ругается по поводу ресурса LinkShrink. Мы открываем сайт. И еще раз надо будет нажать Continue. Да, это не очень неудобно, потому что сразу же сайт не открылся. Надо его еще раз будоражить, нажимать эту кнопку Continue. И после этого мы попадаем на тот сайт, который был зашит в ссылке. То есть первоначальный сайт, на который вы и хотите, чтобы перешли пользователи. После того, как пользователи осуществляют эти переходы, ваша статистика должна изменяться. Вот в данном случае на этом примере, который я продемонстрировал, должна поменяться. У меня уже был один просмотр. Пока эта цифра не изменилась, пока один так и остался. Но в процессе цифра должна будет измениться, потому что я уже проверял. Вот этот один просмотр таким же макаром я взял и просмотрел. Взял, создал ссылку и проверил, как она будет работать. Ее засчитали, мне начислили небольшую сумму. В 1000 доллара. Попробуем обновить. Видите, да, прошло, все работает. Два просмотра. Тот просмотр, который я только что демонстрировал вам, он был засчитан мне. И уже, видите, у меня 2000. То есть, чем больше будет таких переходов по вашей ссылке, если у вас большая толпа в социальной сети, друзей, там, каких-то знакомых, вы можете эту ссылочку брать и раскручивать. После этого люди будут переходить и, просматривая рекламу, которая будет там появляться, всплывать, вы будете зарабатывать. Давайте зайдем в MyLinks, это банк ваших ссылок. Посмотрим также, видите, ссылка, которую я создал, она здесь сразу же отображается. И вам ее потом в дальнейшем не надо будет искать. Она уже здесь есть. Вы ее также можете здесь удалить или изменить, там что-то проделать, любую операцию. Отправить также ее можете на Facebook, Twitter или Google+. Все просто, даже учитывая то, что ресурс на английском языке, в принципе, я не вижу никаких с ним проблем, никаких трудностей. Главное, чтобы он выплачивал по достижению минимального порога в 5 баксов. То есть, как только достигли, если он выплатит, это уже все. Супер, это круто, проект работает, без проблем, можно с ним дальше сотрудничать. Опять же таки, я буду смотреть, следить за ним, за этим проектом. Если же кто-то знает уже об этом проекте и работал, и что-то выводил или не выводил, кого-то кидали, или наоборот он рад и сотрудничает дальше с этим проектом, пишите в комментариях. Информация будет там оставаться, размещаться, и мы уже будем делать какие-то выводы, стоит ли нам дальше сотрудничать, работать с этим проектом. Надеюсь, инфа была полезная. Ставим пальчик вверх, если это так. Если не понравилось, ставим дизлайк. Ну, опять же, всем нравится невозможно. Подписывайтесь на канал. Всем хороших заработков. До новых встреч. Пока.